извините, молодой человек, а вот подскажите, вы в машинах разбираетесь? Да, конечно. А подскажите тогда, вот мне какую лучше стиралку взять? С вертикальной или с горизонтальной загрузкой? Блин, ну, с вертикальной. Ага. Извините, вот количество загружаемых килограммов белья? Пастерун, вали отсюда. Это тебе автомастерская, а не прачечная. Давай, пошел отсюда!